Всем привет! Муж у меня опять на работе. Пошла посмотреть пасеку, думаю, вдруг какие раи, где раев, слава богу, не видно. Но вот есть такие магазины, есть такие ульи, где пчелы очень много. Надо наставлять еще магазины. И ждать мне некогда, когда придет муж. Поэтому решила сейчас это сделать сама, просмотреть, проглядеть, где-то подставить. Проблема в том, что крышки очень тяжелые, им тяжело одной, деваться некуда. Как бы, иначе время будет упущено и будет все плохо, если вовремя это не сделать. Поэтому сама. Надо рамки примерно на одинаковом расстоянии сделать. Их 10 штук тут в каждом магазине. Пошла сначала без костюма на пасеку, что-то они такие злые, меня две штуки укусило, еще одна летела за мной вдогонку тяпнуть. Ну все. Ну теперь хоть место будет. Не знаю, вечером муж придет, посмотрит. Пусть работают. Сейчас еще пройдусь по всей пасеке. Во-первых, косить не успеваем, но у нас тут овечки едят траву. Но около ульев крапива, они ее не съедают. Я хотя бы ручной косой думаю так скосить, перчатки одеть. Тоже сейчас пройду, потому что мешает пчелам. Очень подходит этот магазин. Ладно, вечером посмотрит. Не очень плотно подходит. Сейчас обойду, еще посмотрю подобное. Ну, просмотрела, таких нету, чтобы висели. У нас в этом году мало сильных семей. Что я вот перчатки одела, потому что крапива такие, как толстые. И ручная коса. Буду ходить скашивать, потому что вообще он обычно косит, ходит часа в 4 утра, пока еще вот спокойно все на пасеке. Но это встать очень тяжело, он ложится поздно, встает рано. И пока я дождусь, пока он скосит, им тяжело работать просто. Надо сейчас каждый день на счету и пойду около каждого уля обкашу. То есть, ну, это вот тут еще немного, где-то много крапивы, им вообще тяжело летать. Вообще мы досточки ставили, я говорю, в этом году что-то вообще не успеваем. Литки, то есть они прилетают тяжелые, чтобы вставали. Я спрошу, пусть он мне, где доски-то? Я схожу, наставлю, потому что они бедные, мучаются. Я вообще много наросло, так притоптали, пока работали.
Вот еще дошла тут крапиву, надо убирать. Смотрю, там по низу. Не буду камеру снимать. По низу, в общем, тоже висит. Не знаю, посмотрю, там прямо хватает. Нет. Ну, тут их много. Сейчас доставлю еще магазинчик. Вообще, я пока тут крапиву обрезала, меня уже несколько штук тяпнуло. Вроде солнце. Ну, ветер дует. Еще тебя слегка пчел укусила. Яд вот этот, запах яда есть. А они, если чуют, они еще больше злиться начинают. Ну, не надо тут хотя бы вот, где сильно много, обкосить. И у нас уже время сончаса, Дашу идти укладывать тоже. Вот он у меня в песке играет. Старшая за ней поглядывает. Старшая сама-то, правда? Еще маленькая, у 6 лет только. Ну ничего, вырабатывать чувство ответственности. Неудобно одной, конечно. Нормально встал магазин. Ну, а тут, не знаю, мужу покажу. Вот они прям кидаются. Пытается тяпнуть. Она, если настроилась, она вот пока не укусит, не успокоится. Либо убивать ее, либо убегать. Они и сбоку там, и снизу висят. Ну что, сейчас на место побольше будет. Сейчас еще, может, где увижу. Еще один магазин сформированный есть. Ну тут вот еще улей. Хочу показать. Вот они висят. Надеюсь, видно. Тут мало висит, есть прям сильно много. Ну, посмотрю, сейчас подниму, что там в магазинах, если уже полно и много пчелы, тоже подставлю. А вообще злятся, если честно. Сегодня боюсь к ним идти, но... Выбора нету. Посмотрим. Блин, я скребок не взяла. Ну и мед уже нормальный, все ставлю. Пусть муж приходит, вечером смотрит. Просто
кто-то мог бы сказать, ну и ладно, его проблемы, пусть успевает как хочет с этими пчелами. У меня своих дел хватает. А с другой стороны, он не успеет, я не сделаю. Останемся-то вся семья без меда. С огородом ничего не сделается, трава там. Ладно, успею я. Уберу, не уберу. Овощи все равно уже какие-никакие вырастут. А вот пчелы, как говорится, день пчеловода год кормит. Ну, что-то типа того. Может быть, кто-то меня поправит, по-другому поможет. Ну, суть вы поняли. Тут важно вовремя все делать. Так, ладно, тут еще обкашу. Вообще злые они вообще сегодня. Ой, в общем, все. Все, обкосила, где было критично. Уже нету времени прям дотошно обкашивать. Магазины доставила. Ой. Это... Вот все смотрела, система Fly Lady. Тема, конечно, классная, но здесь, особенно летом, вообще она не катит. Потому что я, например, сейчас пошла, ну как сейчас, часа два назад, пошла посмотреть, раи есть или нет. Ну, думаю, просто загляну и все. Ой, смотрю, крапива это около литков. Ну, не могу смотреть, как они летают, бедные. Соответственно, и меда они меньше принесут, потому что тяжело приземляться. Пойду обкашу. Пошла, взяла косу, перчатки. Смотрю, там висят, тут висят эти пчелы. Магазины надо доставлять. Магазины тут три штуки стояло, я поставила. Пришлось тащить с летней кухни у нас остальные там. Принесла, где еще вот доставила. Я не знаю, штук 8, наверное, поставила. А, еще кто, ну, интересуется, вот если они висят, как я показывала, по низу улья, сейчас тут уже такого нет. Это не факт, что семья очень сильная, надо еще магазины там доставлять или что-то. Надо заглядывать, смотреть, потому что в один улей я заглянула, уже стояло два магазина, семья была нормальная. Сверху смотрю, а рамки практически пустые, магазинные. Поэтому либо она отроилась, семья, либо что там с ней. То есть, а они висят, работать не хотят, либо матки там нет, либо что. В общем, надо смотреть, но в корпус я сама не полезла, потому что сильно жарко, погода ветреная, меня уже штук 7-8 укусило пчел, хотя я в костюме. Вот, и это Саша, в общем, мне надо будет смотреть. В общем, там смысла нет подставлять, то есть это надо смотреть по индивидуально в каждом корпусе, какие вообще дела. Или, ну, если, в принципе, видно, открываешь ты, там магазин уже поставленный, пчелы много, и... Магазины уже полные, можно доставлять. А если пустые и много пчелы, тоже там надо смотреть, что значит, что-то не так, работать не хотят. В общем, так. Ладно, дома еще куча дел. Пойду дальше работать. Все, всем пока.